Здравствуйте, меня зовут Лера, и сегодня я вам расскажу, что же такое видеовизитка и как ее использовать. Okay. Видеовизитка – это информационный ролик продолжительностью 1,5 минуты о компании. Несколько лет назад в Мертвом море нашли живой микроорганизм, безграничная сила жизни которого победила вопреки всему. Доктор Нона. Врач и всемирно известный исследователь за долгие годы кропотливой работы сумела преобразовать эту жизненную силу в уникальную формулу, получившую название «Галлокомплекс». Эта формула... Человеки. У каждого из нас своя история. И день за днем мы наполняем ее все новыми и новыми событиями и выбираем путь, которому хотим следовать. Сложный, тернистый или простой, каким бы ни был сценарий нашей жизни, мы пишем его сами. Меня зовут Юля, я учусь в магистратуре, и для меня большая честь нести звание финалистки конкурса «Мисс Очарование МГТУ имени Баумана» и представлять космический факультет. Или конкретном продукте. What we'll see will define explanation. Это полное видео знакомство. Новый клиент проникается доверием к вам. Меня опять терзают смутные сомнения. Ролик может быть заголовком сайта, группой ВКонтакте, Фейсбуке, продвигать ваш Инстаграм. Отправляйте ее по почте вместо обычных презентаций, транслируйте на выставках, размещайте на тематических форумах, показывайте в личном общении. Hello world. My name is Alexandra Kucherenko. My name is Jonathan Ma. People call me Joma, and I'm starting a startup. What made you decide you want to start a startup? Yeah, well, I've always worked for companies like Facebook, Microsoft, you know, big tech companies, and I always had this itch of starting something on my own. Это всего лишь 8 способов использования видеовизитки. Огласите весь список, пожалуйста. Размещайте ее везде. Запомните, вы не просто снимаете видеовизитку, вы продаете свой продукт. Ролик доказывает достоинство вашего продукта, указывает на его выгоду. この банду を取り付ければ、あなたのお気に入りの腕時計がスマートウォッチに。スマホへの着信やメールを手首のディスプレイと振動が伝えます。お店やタクシーの支払いも腕時計で簡単に。心拍センサー &GPS。1日の歩数や。Сравните себя с конкурентом. Посмотрите глазами клиента. Будете вы и ваш конкурент с кучей слайдов. Что будет интереснее? Я думаю, видеовизитка.